Ай, спасибо! Держи! На здоровье!
Кати. Чудесно! Чудесно! Корешок, да волшебный! Ура! Хоть раз в жизни повезло по-настоящему! Откушу я корень странный, не в тот чёрту! От волки не уйдёшь, косой! Курица в мешке, ты чего там в мешке делаешь, а? Сижу, думаю.
Вот о ём там лет вам лети. Ты о чём думаешь? А вот думаю, будет сегодня у Лисы обед или нет. Вот о ём. И что, надумала? А что ж вам да. Можно думать, у неё ж платки куриные. Думаю, Бог не будет Лиса обед. Ой, ты это ещё почему? А потому что обед спешил. Ну, дружил, век не забуду. Чтоб тебе так сытно обедать. Стой, стой, курица! Куда? Ну, что за день сегодня такой, а? Заяц сбежал, с кумой поссорился. Ну, а что она со своими шутками? То ушла, то пришла. Пойти еще какую-нибудь дичь найти. Не помирать же голодным. В этот раз не уйдет. Раз пятачок, два пятачок, три! Опять не было.
сытым волком быть гораздо лучше, чем волком голодным. Понимаешь, о чем ты? Понимаю. Чего ж тут не понять? Ведь нам судьбы не уйдешь. Ты прав, косой. Твоя судьба — быть моим обедом. Меня не запугать.
куда убежал? Совсем тебе обука плохо спала. Ах, еще один заяц побежал. Какой же это заяц? Это волк. Ну что я не вижу? Самый настоящий заяц. Дед Миша, ты меня случайно не разыграл, а? Ну, во-первых, братец, здороваться надо. Во-вторых, я тебя сегодня первый раз вижу. Ну, а в-третьих, не люблю я это дело разыгрывать. Ну, увидимся мы не впервой, ну это ладно. Дед Миш, ты честно скажи, ты куда моего зайца дел, а? Какого еще зайца? Лось вас задери! Вы что все, сговорились? Белобока несет на колесницу про зайца. Ты, волк, на зайца помешался. Отстаньте с вашими шутками! Я малину кушать иду. Ну, а что ты так там не весело, зайчик? Ну, на чего пригодишься? Ну, что ты за мной не весел, что ты голову повесил? Да что организация тебе? Больше юга, куда же он мог подеваться, а? Сквозь землю пролиться не мог, и улететь не мог. Это факт. Что ж за заковыка такая? Заяц! Заяц, смотри! Вот заяц! Это мозгит решетка, не видишь, я думаю. Нет, не надо, не надо думать. Нам с зайцем очень вредно думать. Это очень вредно для головы. Это я тебе как опытный заяц говорю. Боже! Боже, как я сразу не догадался, а? Боже! Пап! Дружок, тебе вместе со мной к Ипполиту надо. Ага. Подождите, я все понял. У них у всех заячьи уши! У кого у них? У лисы и у дяди Миши. Ну что? То! Выходит, что все они заяц! Так, а я не заяц? Нет, они-то заяцы есть, только шкуры у него чужие. Да, так это значит, у меня с головой все в порядке. Послушай, мне в больницу мы, не надо. Это мы. Ты сорока, я волк. Тут главное вот что, понять, как это у него в одну минуту получается в другого зверя-то превращаться. Это может быть волшебство! Может и волшебство. Постой. Я когда в последний раз его поймал, он какой-то корешок укусил. Корешок? Какой корешок? Странный такой. Проделки волка, да? Нет, заяц, заяц.
умирать, что ли, задумал? Такой чудесный день. Да нет, дядь Миш, волк меня ищет, чтобы съесть. Как это так съесть? Да вот так, дядь Миш. Все. Это уж совсем хулиганство. Ой, дядь Миш, прощай. Волк идет меня есть будет. Нет, дядь Миш, не прощай. Дядь Миш, можешь мне помочь немножко? С нашим удовольствием. А что делать-то? Ничего, ты сядь вон туда и уже лапами прикрой. Непонятно, но любопытно. А только скорее, дядь Миша! А дальше-то что? Скоро сам все узнаешь, только уши! Уши лапами прикрой! Вот он, волк! Вот уже медведь! Типичный заяц в медвежьей шкуре! Лови его! Хватай! Стоять! В обратную сторону! Вот он! Хватай! Подожди, сын! Дай тянуть удовольствие! Ну, здравствуй, дядя Миша. Ну, здравствуйте, Поле, не шутите. Ну, хватай, хватай, молю. А что это, дядя Миша, ты тут делаешь? Сижу, как видишь, на солнышке греюсь. Да что ты, Тима, сказала? А что это ты, дядя Миш, уши прячешь, а? А вот это уже не твоего ума дело. Такие твои уши. Сейчас миг откушу. Feel that!
свете. Батюшки, у меня зайцы сварились, а? Вон, давай сюда быстрее, здесь два зайца. Где ты запропастился? Так вот и я. Где? Я тебя слышу, но я тебя не вижу. Вот и я перед тобой. За зайцем, что ли? За каким зайцем? Где ты? Да вот и я, вот бестолковая. И волк? Я волк, кто найдет? Я зайц, зайца. Зайчик миленький, ну хоть ты скажи, что я... Ты заяц, а вы когда я врезаю? Опять начинается. Вот я зря в больничку-то не полетела. Так, зайцы за мной, ничего. Мы зайцы, птицы крепкие. Выздоровеем! За мной пойдем! Я заяц. Я заяц. Что же теперь будет, а? Как же мне жить дальше? Ребята! Привет, заяц.